Привет, ребят! Вы на канале Багира Фэмили, и мы сегодня приехали в Григоровку. Сейчас попробуем тут тоже поснимать. Вот, приехали сразу в центр. Тут такой маркет. Вот тут облагородили классно. Угу. Вот, млын, казаки, оно, колодец. Угу. Да, вот прикольно. Хрюшка, оно тащит телегу. Сейчас обязательно поднимем дрон и все позаснимаем, как обычно. Также тут вот школа. Возле школы поснимаем. И тут есть ставок. Вот, если получится, то может даже удочку туда вмочим. Угу. Дежурную, правильно? Вот? Угу. И что-то половим. Так что, ребят, я думаю, будет интересно. Не переключайтесь, смотрите. А кто из села, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А мы погнали, да, Бать? Привет, Сим. Бодя уже как хрюшку. Дела у тебя? Да ладно. О, бабулька. О, казачок. Пряники и каштан. Угу. Прическа, да? Ага. Привет, интересно. Каштан. Классно. Так а то стоит, какие ты глянь. Да. Круто. Вот видишь, правильно?
Ой, смотри, лавек. Привет. Низко пошла, подожди. Это ж не ласточка, ты шо? Ой, поле классное, да? Ой, вообще класс. В общем, ребят, засняли школу, вот так она выглядит, сделали ремонт крыши, вот довольно-таки красиво сейчас, вот, также поставили футбольное поле с искусственным покрытием, вот, классно, даже там играют дети в футбол. Рядом ставок есть, но мы туда не ходили, потому что там все заросло, вот, еще, может быть, змеи будут. В общем, сейчас тут засняли и попробуем чуть дальше по селу проехать и там еще запустить дрона. И все заснимать. Так что смотрите, ребят, не переключайтесь. Погнали, Вадь. Погнали. Ребят, вот приехали в начало села. Тут, кстати, Яремьевка в ту сторону. Вот. И сейчас попробуем тут поднять дрон. Может быть, и туда даже получится аж заснять. И так начало села. Вот. В общем, так, ребят, поднимаем дрона. В общем, ребят, вот так мы засняли село. Да. Вот. Село классное, виды здесь вообще шикарные просто. Трава зеленая, деревья, в общем, классно. Туда не получилось аж долететь дроном, так сверха только поснимали. Вот. Кто с этого села, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, вот. Подписывайтесь на наш канал. Какое будет следующее село, еще пока не знаем. Вот. Пишите в комментарии, какое село вы бы хотели увидеть свысока, и чтобы мы туда поехали, и мы туда съездим. Ну, а на этом все. Поехали в Светловодск. Да. Пока-пока, ребят. Пока-пока.